Так, экспедиция ждут, экспедиции ждут, поехали. Еще одну, наверное, и потом пойдем в King's Bounty играть. 340 народ, 360 людей на стриме, я уверен, что King's Bounty ждет большее количество, потому что у нас King's Bounty смотрел под 500 онлайна. Два дня подряд. А Рунтеру, к сожалению, не ждут. Пара-пара. Вейгар. Злой катализатор. Даруйте своему заклинанию тьма везде один урона, и в начале раунда восполните одну ману заклинания Вейгар. Выглядит интересно, явно интереснее, чем Гангпланк и Зиллиан. Господство тьмы! Вейгар плюс Насус под знаком тьмы. Сражайте врагов вместе с неукротимыми бойцами. Вообще неплохо звучит. Тристана. Клуб путешественников. Магия дружбы объединяет Йордов со всей Рунтер. Даруйте союзникам плюс 2, плюс 2 до конца раунда медленно. Если в этом матче вы призывали бойцов и применяли заклинание из 4 плюс регионов, вместо этого даруйте им 4-4. Команда с опять Тристана, мультирегиональная. Нет, наверное. Ну, вообще, надо новых брать персонажей, да? То есть, в идеале надо брать Тристану, но здесь говно скалистой. Скалистой полное говно. Хотя сумрачно это бесконечный 2-2 юнит. Я бы взял Насуса. С Насусом звучит хорошо. Нанеси 7 урона стороннику, а Вейгар качается. А тут именно тьмой надо урон 12 урон нанести. Ой, как он жесткий. Какой он жесткий за каждого сраженного бойца. Давайте нормальную кого-то соберем. Не будем чисто упарываться в йордов. Мне не нравится вот эта пачка. Давайте с Насусом возьмем. Репутация. Пипчаная химера, спящий камнежоп. Несите 4 урона, призовите двух пипчаных солдат. Ритуал призыва. Уничтожить свой кристалл маны, чтобы выйти на чемпа. Или, конечно же, господство тьмы. Злой катализатор. Натуралистка рикошет. Рикошет может быть неплох. Нам, наверное, надо третьим регионам добавить острова. Призвав меня, создайте в руке карту пробужденных пепсков. Говно какое-то, песок и пепел. Вот это выглядит хорошо. Конечно, под нас шикарно бумеранг смотрится, но все же. Призвав меня, призовите карту добыча. Ловцы тумана. Когда впервые сражаете бойца с заклинанием в каждом раунде, призовите эфемерного бойца туманный дух. Эфемерный туманный дух. Вау, еще карты, призывающие туманных духов. Ловушек для тумана Тек и Кана дают пленным душам возможность прервать этот цикл. Создайте карту инспекция пройдена. Уничтожьте союзное место силы, чтобы нанести 3 урона любой цели. 6-6 юнит. Копье и возмездие, наверное. Ну, вообще, неплохо, конечно, выглядит. Хотя... Не. Хранитель Дюн, нечто за гранью. Неплохо. Заповедник, который дровает карты. Хорошее место силы. Шестерка, которая уничтожает. Это говно, это... Ну, это дровол. Не, песок и пепел. Дюна хорошо. Крокалиск нет, яростный и... О, вот эта семёра и забавная. Если вы наносили урон вражескому Нексу 4 плюс раза, призовите меня стараном 4. Хорошая штука. Духи не хочу юзать духов. Охотника за сокровищами призовите. Создайте в руке пробуждение песков. Бля, неплохо. Но это как... Это хорошо. Где-то тьма еще есть, есть истощение, пронзающая тьма. Это считается, видимо, картой тьмы для Вейгара, да? Тут написано с помощью тьмы. Ну, тут же тьма. Здесь, кстати, тоже тьма. Как впервые сражать бойца с заклинанием в каждом раунде, наносить 2 урона вражескому Нексу. Ну, 4 мана и 2-4, так себе. Когда впервые сражаете бойца с заклинанием, даруйте мне плюс 2, плюс 1. То есть 5-4 челик. Но здесь у нас не такая уж хорошая верность для йордов, поэтому вот это берем. Еще пронзающая тьма. Тени свет меня один раз остановил в атаке очень сильно. Страж Саларии, создайте в руке тьма, если ее нет. Это надо.
Групповой снимок. Душепийца. Вытянуть две карты. Крокалиск мусор. Глаз восставших. Если вы повышали уровень чемпиона, у союзников плюс 2, плюс 0. У всех союзников, которые стоят под ней, да? Пьедестал. Эпик и пьедестал. Но это уже переход в какую-то агроту. Здесь, конечно, прикольно, но... Эпик есть эпик. Шестер, еще одна хорошая. Клинок-бумеранг хороший. Бакай хороший. Две рарки. Крах. Хранитель дюн. Давайте Бакая с этим. Ох! Шикарная карта для экспедиций. Горизонт событий. Стан. Не. Вот это берем сборщика. Такой, ну как бы в любом случае контроль играем. Но и early game нам бы где-то найти. Еще один сборщик. 12 заклинаний, 13 бойцов. Мне очень нужны юниты. Или брать всякие блоки, вот типа тени света. Как вообще это усиленное убийство? Ну, убийство быстрое, понятное дело. Зверство хорошо, но кем мы здесь зверство будем юзать? Насусом? Бейте союзника, чтобы даровать мне его навыки и характеристики. Еще один сборщик. Early game, пожалуйста. Ну, даже проводницу душ сейчас, наверное, возьму для early game. И проклятые реликвии для блокеров. Еще один сборщик с ней поляны. Не, чернокнижник выглядит классно. У нас очень много спеллов. Горизонт событий на нечто за гранью. Нам убивать некого будет. И стражи поменять на бухру. А про бухру что-то говорилось. В идеологии бухру и стражи есть принципиально важное совпадение. Все должно когда-то закончиться, иногда принудительно. Слушайте, а Илаой уже есть в игре или нет? По-моему, нету, да, как чемпиона? Бухру. Думаю, что это скип. Ну что ж, попробуем. Вейгар пришел. Плюс чернокнижник на третий ход. Оставляем наши кур-карты, по-моему. А тут еще и Релия Зет. О, меня задавят сейчас. Меня просто уничтожат. Я не законтролю это, скорее всего. Идем. Нам предстоит долгий путь. Мона Иония. Не, контролить-то пока нечем. Дед, всем союзникам по 7 плюс 1. Окей. Будет больно. Летим, Кван! Дед с ферстрайком. Ну ладно, мы еще пронзающей тьмой потом подвампиримся, так что неважно. Плюс у нас иссушающий вопль есть, чтобы этого деда убить. Сейчас будет Вейгар плюс тьма. Если удар, даруйте своему заклинанию тьма, везде дупрон. Не, конечно же, Вейгар. А, лорд Вейгар, вы как раз вовремя. Ты же сам меня звал, прислужник номер 4. Я готов учиться. Ага. Готов ли я пойти в атаку при помощи 2-3 сейчас? Вообще, наверное, нет. Я клинок во тьме. А ты что тут делаешь? Fuck you, Zed. Fuck you, но Zed'а мы убьем там тьмой, допустим, да? Сюда! С Zed'а, наверное, надо свампирить и с ощущающим воплем сейчас. Не препятствуй мне.
Ой, да за что выбор противника-то? Нет. Тварь. Зато можно не девца от дедули этого. Ты отправишься к предкам. Да, Вейгар F. Ну, что поделаешь. Таков путь. Другой союзник. Только союзник. Я думал, здесь любая смерть. Видимо. Забыл. Кстати говоря, у него две Ирелии в колоде. Ожидаемо. Новые руны, новые страницы. Отмена. Еще хуже, по-моему. Хотя и так просто обилка ничего не сделала. Будет ли он кого-то ставить? Бумагой порежу. Что бумагой порежу? Прождение тьмы! Поделитесь вашей злобой! Кому-то повезло. Угу, не наносил я столько урона вражескому Нексусу. Для большого ума! Ну, я думаю, там любой инвизер, и я просто проиграл, и все. Ребят, давайте потише. Хорошо. Нет, это не инвизер, уже хорошо. Мне кажется, рановато он ее, конечно, кастит. Да и вообще не Зеду здесь надо было давать инвиз. Ошибка с его стороны жесткая. Потому что Зеда-то мы можем убить, а вот... Ну и собираемся убивать, он и так ему дополнительного атакующего дает юнита. Только не говори, что ты проницательностью достал что-то, что спасет Зеда. Верните союзника, призовите... Ясно. Почему этого? А, стоит ноль. Новая цена ноль. Ну да, вот он инвизом и... Ребята, давайте потише. И разыграет сейчас. Га-га. Может, он неправильно расставится. Под сборщика с Неполяна. Такое возможно? Нет, вряд ли. Вот эта фейка, кстати, отлично работает со сборщиком. Да, вообще ничего не ставит. А где мои несколько убийств, которые за 7 в колоде, а? Где же они? У них то ли 2, то ли 3. Нету. Ну, Мона Иония всегда, ну, карала в экспедиции инвизерами и все такое. У меня возмездий, ну, много. Черные копии еще были. Не, этот челик хорошо работает. Тени свет вместо катализатора. Не, катализатор тоже звучит неплохо. Какой-то юнит. Но Зеда я слил, да, отомстил ему. Очень плохая рука. Ну, честно говоря, лучшую я и не ожидал.
Он обязательно на столе должен быть, да, я так понимаю. Хотя, может, и нет. Страж Бухру. А, слоник летает. Прикольный пет. Награда за сайт-квест. Ну, молот, готов? Озвучка Рунтеры. Порождение тьмы, поделитесь вашей злобой. Слабо я ее нет, на самом деле. Там тьма бывает всех размеров и форм, некоторые из них удивительно милые. Тьма Зеда больше тьмы Вейгера, говорю. Нужен ли мне этот юнит? Дурачье безмозглое! Ладно, хер с ним. Сыграем все-таки помедленнее чуть-чуть. Долгий путь. Ух, Тристана под бока я заклинателя песка, найс. Он еще вообще ни одного мультирегионального не призвал. Слабенькая Тристана, да? Сейчас много чего может прийти. Бразер Бонд, эликсир силы. Трехмановый плюс 3 с пробивным ударом. Можно метовые деки глянуть. Mobalytics есть такой сайт. Заодно тьму качнем чуть-чуть, да? Да. Неплохо. Вы создаете в руке мультирегионального сторонника. Не бойся смерти. Если сюда пойдет больше, тебя не против? Ага. Нет, юнит вообще не нужен, у меня нет эфемерных юнитов. А, рукоять меча. Ну почти, почти. Я почти предугадал, что он даст ноксианский урон здесь. Сейчас надо что делать? Можно Стража Бухру плюс нечто за гранью. Можно Чернокнижника, чтобы ману копить. А, поехали Бухру. Многокий Борос благословляет вас. Многокий Борос. Он, по крайней мере, от 2-3 сможет задев отца. И это хорошо, но она мне не пойдет в атаку, я понял. Рок и смерть! А что стоит? Ты отправишься к предкам. Вот в черный ранг. Делаем его, да. Вот этого. И Бухру может 5 урона внести теперь. Вроде неплохо. Минус 2. Оу, изнурение. Изнурение надо на какого-то более важного, наверное, накладывать. Глупые миньоны, держите страницу ровно! Под маской действовать проще. Шип розы. Ох. Убивать-то его нечем теперь. Надо было все-таки сходить в атаку за Бухру. Понимаешь, что еще не скоро, но когда ММО Павлов сделает, будешь играть обязательно. Такое невозможно пропустить. Нужно ей, кстати, уменьшить урон. Зачем? Рассыпься прахом. Умолкни! Только не нож, плиз. Всего лишь смертная. Значит, нужен кардроу. Пьедестал императора, неплохо. Было бы с чем ходить в атаку. А поставим все равно.
Ну что, чернокнижник сейчас, кстати, не так уж и нужен. Союзник наносит удар сильнейшему и слабейшему врагам. Ума, иноксианские мародеры. Два. Вот, это, вот этим йордовым бумерангом наносить два удара, да? Оглушить врага, затем оглушить всех, всего не более двух. 3-2. Всего не более двух не оглушится, да? Можно как бы нанести удар сильнейшему и слабейшему, и тогда нанесется в пятерку и в двойку. Может быть, он всеми в атаку пойдет? Может быть, я от него задефаю сейчас нормально? Типа, задефаю здесь, а потом бумерангом убью этих двоих. Все может быть... Что, еще кого-то призовешь? Может быть, он сейчас коварство бахнет, но тогда я бахаю горизонт событий. Кстати, астанта в бою можно делать, но это не очень хорошо. Смотрите, что я нашел. Нет, дополнительная манна уже. Ослабить да убить. Давайте начнем с этого мува. Поехали. Четыре три челик. Понимаю. Ну ладно, что. У меня юнитов нет, мне нечем, мне неким бумеранг юзать. Может быть, и стоило его возмездием убивать. Да не может быть, а точно стоит. Это что за херня? Атакует, потратить 1 единицу маны заклинания, чтобы призвать короткозубы. Никаких короткозубов. Когда атакуют союзники, дрессировщик какую может стоять, просто чилить? Жесть. Мы должны научиться нести бремя прошлого. Даже стали есть что рассказать. Сейчас сюда ферстрайк выдаст. Сюда плюс 2 атаки, у нее, по-моему, все 3 меча есть. По-моему. Ну, сюда а, на Риван еще и меч прилетит. Не ошибочка. Ну, и так 4-5 уже. Следую за 15 урона, класс. Эф. Ну, вот и поиграли на Вейгаре, да? Пять карт, блин. Да твою, ну что началось-то? Единогласно. Недотёпа. Да. Ну, я знаю, что это в этой экспедиции не хватает юнитов, которых я мог бы выставлять. Но... Жесть. Ноль тьмы, кстати, да. Ноль всего.
Лучше беги. 0,7 Вейгар. Красота. Начинаем второе испытание. Попробуем еще раз Вейгара. Мне не дают. Ну, значит, Зикс с двумя ёртовыми занудами. Давай. Зикс и Зера от разрушения мест силы. Зикс же там что-то места силы создает. Или кто-то где-то там что-то, по-моему, создает. С другой стороны, есть еще вонючий вумп. Создайте в колоде противника мою копию, прикрепив к ней два ядовитых гриба. Китла или Зикс и Китла тоже неплохо выглядит. Но мне кажется, Зикс плюс Зерат неплохо. Тут же уничтожение мест силы, и здесь уничтожение мест силы. Все, фармим места силы. У нас даже есть вздыбленная земля. Что же союзное место силы, чтобы дать союзным сторонним смертоносным эколитам везде плюс один, плюс один? Странная хрень, ну ладно. Йордал зануда, призвав меня создать случайное место силы стоимостью 2 или менее. За 2 манны, мало того, что юнита дает, так еще и место силы? Серьезно? Окей. Смертоносные чуваки, место силы и вытягивающий удар. Вот это хорошо. Вот это очень хорошо. Еще и качнуть им здоровье, потому что оно нужно. Заповедник. Так, это что такое? Удар, создайте удачную находку. Не. Слушай, внимательно, шипик. На этом этаже охраны больше нет, но все равно надо вести себя потише. Бла-бла-бла. Шипело, потише говорю. Бларб. Умница. Заповедник и челик за 2. Оруженосец нам не подходит, да и вообще Ноксус, охота за реликвиями, нафиг. Спрутовыдра, еще один йорд. Вот эти йорды мне на самом деле очень нравятся. 3-5 за 4 манны, и когда я атакую, дротик создаю ядовитый. Круто, офигеть просто. Прям и хочется тима колоды посоздавать. Но мы берем спящего камненосца, нам нужны места силы. Владелец арены, 4-2 быстрая атака. Ой, ксенотипы, обожаю ее, особенно в экспедиции, я не могу ее скипнуть. Плюс призыв дворца военачальника, тоже хорошо. Бомба, наносить 2 урона врагу или 1 урон двум врагам. Слабоват, конечно. Ходок пустоши, когда уничтожает с места силы союзной дары 7 плюс 7 плюс 1 с пробиванием, прикольно. Еще места силы, еще камненосец и воришка. Заповедник натуралистка. Натуралистка чуть ли не главная карта, наверное, но это офигенный контроль. Ну, это очень хорошая штука. Ну, нет, натуралистка, конечно же. Бумеранг, рикошет. Сбросьте, создайте мультирегионального. Мистический ритуал. Уничтожить свой кристалл маны или союзное место силы, чтобы нанести 4 вражескому бойцу. Даруйте союзнику, уничтожьте место силы, чтобы даровать. У меня заклинаний, кстати, почти нет. До конца раунда онли. За сколько сегодня проходить на King's Bounty? Привет, Хай. После этой экспедиции. Вот это последняя экспедиция, но она может затянуться часа на 1.5-2, если мы будем выигрывать. Если нет, после этой пойдем играть в King's Bounty. Я не могу долго в Ронтеру играть, к сожалению. Минус все статы на Твиче. Не, ну это хорошая штука, но гимн-то нужны, наверное. Я думаю, что вот это... Еще смертоносный акалит. Что ж, предсмертный вой, создайте саркофаг 5-1 устрашение. Вот это крутая штука. Продвиньте счетчик. Вышибной заряд стоимость снижается на 2, если у вас есть 3 стана. Ну вот эта штука. Выточенный камень, офигенно. Хорошие карты. Уточный камень очень сильная штука. Большое будущее. Эффект отсчета срабатывает 2. Заводной помощник. Конхеолог. Платите. Еще одного этого челика брать. Где столько мест силы возьму, чтобы их ломать?
Ничего по картам 5+. Ну, как бы они нужны, но видишь, их как бы либо не дают, либо они... Не знаю. Ну, давай еще одного. Торжество вознесшегося. Которое абсолютно бесполезно, потому что апнет только Зерота. Заповедник и призрачный огонь. Очень круто. Очень круто. То, что нужно. Одного Йордла зануду можно... О, воитель песка не нужен, плюс еще один заповедник. Да. Слушайте, честно говоря, мне нравится дека. Я уж не знаю, будет ли она работать. Эндгейма не очень много, ну, кроме Зигса и Зерота, которые по-любому выйдут качнутыми. У меня очень много мест силы. Место силы, потом место силы. Это мусор, это тоже мусор. Нормально. Синотипы, найс. Не, ну вот это что такое вообще? Я не понимаю. Стоимостью 2 или менее. Поехали сразу этих челиков. А, в руке создайте. Тьфу, я почему-то думал, что он сразу же призовите. И думаю, типа, чё? Ладно, в руке так в руке. Этот сейчас крабов начнет спамить. Или как их там? Сов. Однажды, это ж надо так случиться. Ничего он не принес голодным птицам. Налетело, заклевало его стая. Ничего от бедолаги не оставив. Басни из Бандл Сити. Плюс один урона на этих, на этого чела. Это нормальная тема. Два бушующих песка. Ладно, есть смысл блочиться. В любом случае, ксенотипы, слишком имбовая карта. Дальше может рапа, еще что-нибудь. Опа. В этом матче вы уничтожили 4 союзных места сил. Но в лапе он чё, нанесите 2 тем, кто меня блокирует, и вражескому Нексусу, когда союзные уничтожаются, нанесите еще урон вражескому Нексусу. Интересненько. Может быть, выдолбленную землю бахнуть? Не, ее мы бахнем после того, как Зигс вылезет. Только Нексусу или... Ага, только Нексусу. Я думаю, что мы вначале пойдем в камненосца. Может, надо бы стоило задроваться. Единого раба. Пускай раб стоит. 8 раундов целых ждать. Внимание, приключение начинается. Ёпт попе. Ты только посмотри. Ведь знал, что надо было вздыбленную землю заставить, да? О, призрачный огонь, найс. Не трогай приборы. Особенность на него накинулась? Нет, наверное, не накинулась, да, в конце раунда? Нанеси мне 2 урона. Блин, дурацкие совы. Имба. Спасай Поппи. Или не спасай. Наносит удар. Если связан культ региональный, он снова наносит врагу удар. Че? А, ну шестимановая двустволка, ясно. Пять-четыре. Хо-хо. Окей. Так он не обязан... А, это от ксенотипов. Тьфу, я-то думал, это от того, что он что-то себя уничтожил там. Пенихолок.
Один тому, кто блокирует вражескому Нексусу. Атаковать ли его? Не вижу смысла, наверное. А че, а как? А надо убивать, иначе он меня убьет просто-напросто. У носову кастанулась уязвимость, но... В любом случае лучше сову убить. Мерзкая сова. Уж на ней резистая. Сейчас надо будет натуралисткой крафтить рассерженного каменосца, иначе я просто не сблочусь. Ты издеваешься? Какой плюс два, плюс один? Ну да, да, где блокеров взять против всего этого дерьма? 8 урона плюс 3, 11. Ну, я мертв. А, ну все, в опен атаке меня убивает. Классно, места силы, ей! Не, если он даст мне кастануть натуралистку... Что за ад? Я тут думала, тут есть на что посмотреть. Зиг спускать вот так плохая идея. Так, а, ну, блин. А что мне было делать? Жестко. У меня такая попи не собралась сильно. Да, должен настреливать, но он даже апнуться не успел. У меня на ход Зигса было 0-4. Весело, весело. Йордл зануда на придение камней. Ну, да. Пустынный лихач, наверное, неплох. Тарарам-рарам. После заповедника очень хорошо ломать эту штуку. Ну, вот этим чуваком, наверное. Ну, заповедник ломать как раз таки. Ой. Ничего, не было бы у него страшения, лучше бы он был 3-2, блин, если честно. Колесо войны. Сбросьте одну карту. Ладно. Против агроты начинаем блочить. Дворец военачальника. Жадность любого превратит в чудовище. Читайте 8 и создайте реликвию, выбирая цель союзников. Я ничто не остановит. Подчистую. Читаем плюс 3, плюс 1. Нет, что дает реликвию все предсказания, затем вытяните песчаную. Либо предсказание, затем вытяните карту, либо развеете песчаную соскуна, либо дайте все соскуна. Всем. Так, куда? Вообще 3-2 челик выглядит слабо. Может его реально продвинуть? Вообще мне нравится идея 3-5 заблочиться от вумпа. Оказались не те грибы. А, вот же, да, идеальный мув. 3-5 блочится от вумп, и 3-3 блочится от 5-4 трифорианца и кидает в него дротик. Найс. За дротик. А я уже думал, буду тратить выточенный камень. Ах ты ж. Угу. Можно сразу ударить 3-5. Вытягивающий удар, но рановато, наверное. Дротик. Где мы прошли, остался лишь прах. Убить, не убить, убить, не убить, убить, не убить. Ладно, от этого мы защитимся здесь, наверное. Короче, уничтожить. И построить новый дворец, я думаю, что... Или кинуть дротик. Задев ЦС 3-2 и потом дротиком добить. Еще одним дротиком.
Получится же, да, наверное. Плюс 3 грибочка за 1 манны. Выгодно, не знаю. Слон. Ну, от слона мы сейчас будем девиться выточенным камнем. А может быть, сразу слона убиваем и... Не, подожди. Сколько он хп дает? 1. Ну, тогда просто в атаку не пойдет чуваком. А мне даже лучше, если он не пойдет. Есть еще такая штука, высвобожденная мощь. Можно дать плюс 2 здоровья Йорду, уничтожив союзное место силы. Вот этому. Защититься тем самым от... Блин, а мне нравится вот эта идея. Йордл-то классный. Уничтожьте союзное место силы, даруйте плюс 4, плюс 2. 7 хп, 7-7. Нормально. Камень не юзаем. Призовите Шоркофак, призовите лучше. Мы не отнимаем, а забираем свое. А надо было быструю атаку ставить. Ай, быстрая атака. Притянул бы сейчас кого-нибудь, убил бы. Чё-то не подумал вообще. Эй, не так убьем, да? Он обязан блочиться, иначе сдохнет от дротика. Ну, может, он его, конечно, чем-то спасет, но... Нет, не спасет. Ну, жалко чуваков, но крутой Йордл зануда, очень нравится персонаж. Кейтлин. А юзнем, куда еще эту ману тратить? Не First Strike, да? Не First Strike. Может, ревущую бездну выдрываем, задровываем? Ой. Десять урона. У меня есть только один мув. Либо он умрет, либо... Либо умрем мы. Ну, не сейчас, но скоро. Сейчас еще грибы летят. Ой, жесть, он. Чтобы сыграть, убейте слабейшего. GG. Слабым не выжить. Все, считаю, что с Сионом лучше всего идет билд Джуатер с разграблением. Ладно. Такая офигенная дека, но не поиграем мы ей. Не поиграем. Мне понравилось, конечно, Зиг Зерот, но, во-первых, мы ни разу не задровали Зерота, во-вторых, Зигс в прошлый раз просто, да. Ничего не сделал. Колесо войны не остановить. Зато пойдем играть в King's Bounty. Тоже хорошо. Пока кровь течет, смерть обратима. Больше площадь, больше денег. А, грибы. У него есть пробивание. Ну, на левелапе, естественно, у него есть пробивание. Вначале вы поймете, что если Сион выходит ТГГ, Сион это какая-то вообще имба лютая.
Я чё-то ще хз. Призвали или сбросили суммарно 35 силы. Да, его качнуть очень легко. Ну что, чат, я думаю, что вот так выглядят, вот так выглядят мои лучшие экспедиции за все время. Пойдем посмотрим наградку, эпическую капсулу. О, второй раз подряд из экспедиции забираем чемпиона, и второй раз подряд это Зикс.